Русский репортаж представляет. Ты подумала? Ты хочешь ребенка от меня? А что, если я скажу «да»? Проклятие! Жан-Жак! Есть нечто, что объединяет около 7 миллиардов людей, живущих на Земле. Извините. Никто из нас не знает, куда приведет его жизнь. Послушайте, я не уйду отсюда, пока вы не дадите мне билет в Париж. Боже мой, я заплачу. Хорошо. Больше вы мне ничего не хотите сказать? Два человека. Значит, вы та самая женщина из Германии? Неважно, что между вами было. Это мой муж. Как долго он уже в коме? Два пути. Мсье Альбер, я поднимаю бокал за человека, который решил прославить мою колбасу на весь мир. Мы получим кредит и вложим деньги в акции. Это вы? Я вас не узнал. Как могут встретиться два человека в аэропорту? Одна связь. Никто не верит, что он поправится. Я не могу положиться на человека только потому, что балдею от него. На кого же тогда полагаться? Он давно уже мертв. Вы действительно так думаете? Или говорите, потому что это хорошо звучит? Джессика Шварц, Ганс Вернер Майер, Сандрин Боннер, Жерар Жюньё. Что это за дружба? Ведь я верил тебе! Ты ведь хотела быть с ним счастливой. Но это не означает, что я готова... Взять на себя ответственность за человека, которого ты любила? Мы все получаем странный подарок. Это наша жизнь. И мы должны прожить эту нашу странную жизнь так, чтобы этот дар не прошел мимо нас. Прощай, Париж. Смотрите с 19 сентября.